В Ивановской мэрии прошли масштабные антитеррористические учения. Согласно легенде, в здании городской администрации произошел взрыв. Террористы, угрожая повторными взрывами, выдвинули требования политического характера. После введения условного режима контртеррористической операции к месту происшествия были выдвинуты совместные силы ведомств, которые сделали все необходимое для ликвидации теракта и минимизации его последствий. Одновременно с этим, по условиям учений, преступники захватили рейсовый микроавтобус. В ходе оперативно-боевых мероприятий террористы были нейтрализованы, а пассажиры освобождены. Как сообщили в пресс-службе регионального ФСБ, поставленные цели по отработке практического взаимодействия в условиях, приближенных к боевым, во время учений были достигнуты.